Мужики, не ищите любовниц на стороне. Возьмите бутылочку коньячка, приходите домой и буханите с женой. Пьяненькая жена – это же лучшая любовница. Леха, посмотри, какая девушка. Блин, там грудь, ну, наверное, я не знаю, ну, 6-й размер, а бедра, во! Где? Да вон же ж! Да это плоскодонка. Да как же ж плоскодонка, вон же ж! Чувак, у тебя очки с линзами плюс 10. Ругается муж с женой, она вычитывает его и говорит, вот я не понимаю тебя, вот честно, я не понимаю тебя, но вот иногда... Ты ведешь себя как настоящий мужчина, с достоинством, все как положено. А иногда, ну как, ну я не знаю, как баба, как женщина, фу. Тихо, дорогая, что-то непонятного. Это все наследственность. Она, какая наследственность? Ну как какая? Ну, мои родственники с одной стороны были мужчины, а с другой женщины.